Югорские делегаты партийного съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина. И вот как прокомментировали это событие другие участники. Данный съезд был насыщенным и информативно, и в практическом смысле слова. Почему? Потому что, ну, первое, для нас важно, что произойдет в марте. Для нас важно было выразить и объяснить, почему такая поддержка. Да, я буду поддерживать Владимира Владимировича Путина. Я горжусь будущим России, потому что я участвовала в этом форуме, и на этом форуме я выступала. Моя тема, основная тема была о многополярности мира и международных отношений, а также дружба между Россией и Африкой.